Золотая ситцевый телескоп. Содержание и кормление, как у всех золотых. То есть по теории 75% растительного корма, 25% мясного корма. То есть вот очень хорошо едят ошпаренные хлопья Геркулеса, значит, кубики из ошпаренной манки замечательно едят. Единственное, что лопатами сразу не грузить, чтобы вода не протухла. То есть небольшими порциями давать, чтобы на дно желательно ничего не падало. Вот. Отличительная особенность, как у телескопа. Аквариум без различных острых предметов, дабы не поранить глаза.